День добрый! С вами Смирнова Ирина и команда «Бизнес-система» «Партнер Трек». Каждый из нас хотя бы один раз в жизни пытался создать свой бизнес. У нас возникала идея, мы покупали инструменты, создавали собственный продукт, пытались его продвинуть на рынке и получить прибыль. Но вот с идеями у нас проблем не было, с инструментами тоже. И продукт у нас получался очень качественный, а вот прибыль почему-то часто очень не росла, а наоборот падала. Весь вопрос заключается в правильном маркетинге. То есть это работа наша с вами, правильная работа на рынке продуктов, которые мы собираемся продвигать через интернет. Маркетинг перед нами ставит несколько вопросов. Давайте попробуем мы на эти вопросы с вами ответить. Итак, первый вопрос, который обычно возникает, это что мы будем продавать? Второй вопрос, кому? Третий, где, когда и как? Эти вопросы ставит классическая система маркетинга. Эти вопросы всегда стоят перед маркетологом, когда перед ним стоит задача продвинуть продукт. Итак, давайте посмотрим, как же мы будем работать в интернете, продвигая наш интернет-продукт. Первый вопрос – что? Что мы будем продвигать? Мы можем продвигать любой инфопродукт, любой продукт, который мы создали в интернет. Мы можем продвигать с вами физический продукт, тот продукт, который нам предлагают, например, какие-либо сетевые компании, или тот продукт, который вы создали на своем производстве. Мы можем с вами продавать в интернет партнерство, например, партнерство в сетевой компании, потому что нам необходимо создавать собственную команду. И это тоже продукт, который должен продвигаться на рынке. Следующий вопрос, который у нас возникает, это кому мы будем продавать? Продавать мы должны конкретно нашей целевой аудитории. Но найти такую аудиторию достаточно сложно. Третий вопрос, где мы будем продвигать? Оптимальный вариант для работы в интернет – продвигать ваш продукт и продавать его именно в социальных сетях, потому что именно в социальных сетях находится ваша потенциальная целевая аудитория будущих клиентов и партнеров вашей компании. Когда мы будем продавать? В интернет для успешного продвижения бизнеса необходимо работать 24 часа 7 дней в неделю. А это значит, что на вашу жизнь личную практически времени не остается. Вот чтобы нам с вами жить полноценной жизнью и успешно продвигать наш продукт, нам нужно ответить на вопрос, как мы это будем делать. Мы предлагаем вам современный робот, который называется Alt-Traffic, который будет выполнять вашу работу 24 часа 7 дней в неделю. Работать он будет и искать вашу целевую аудиторию в социальной сети ВКонтакте. Давайте поближе с ним познакомимся. Робот – это программа, которая определенным образом настраивает. Внутри робота есть несколько опций. Первая опция – это настройка дополнительных групп ВКонтакте. Вы можете здесь создать дополнительно 5 новых аккаунтов. После настройки аккаунтов ваша задача – найти группы, с которыми вы будете работать. Для этого существует вот такой конкретный отбор по поисковой фразе. Например, такая фраза, как «сетевой маркетинг» вводится просто вот в это поле «поисковая фраза». Вы настраиваете выкладку групп, выбираете территорию. Если вы продаете физический продукт, значит, вы можете выбрать даже город. И просите найти эти группы. И посмотрите, вам выкладывается 1401 группа. Здесь вы выбираете для себя те группы, с которыми вы собираетесь работать. Вот те группы, с которыми проводится работа, помечаются вот такой фразой «отслеживается». Если у вас группа не отслеживается, то вы просто кликаете на нее, кликаете вот на эту клавишу «Начать отслеживание». Работа начинается именно с этой группой.
Если же вы хотите прекратить отслеживание этой группы, то вам достаточно кликнуть вот на эту клавишу «Прекратить отслеживание». Таких групп у вас должно быть 100. Именно со 100 группами работает наш робот. Выходите на работу с отслеженными участниками. Робот сам подбирает людей, с которыми он собирается работать. Здесь у нас 3 цикла. Первый цикл – это лайки, второй цикл – добавление в друзья и третий – приглашение в группу. Давайте посмотрим, сколько у нас отлайканных участников за последний цикл. Посмотрите, 1198 новых участников. Очень аккуратненько робот работает с вашей целевой аудиторией. После того, как проходит цикл лайки, вы останавливаете этот цикл и переходите в цикл добавления в друзья. Запускаете этот цикл и начинается новый рабочий цикл. Переходим в приглашение в группы. Запускаем цикл и начинается работа приглашения людей в вашу группу. Внутри самого робота вы можете работать теми аккаунтами, которые являются у вас рабочими. Как видите, работа очень простая и очень качественная. Программа работает очень аккуратно и очень качественно. Программа легальная, и она очень быстро найдет вашу целевую аудиторию и увеличит ваши продажи. Всю информацию о приобретении программы и обучение работы с ней вы найдете внизу под видео. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина и команда бизнес-системы «Партнер Трафик».